Так, ясно, понятно, хорошо. Там, кстати, был какой-то вот контейнер. Вон там. Надо сходить. А, вот этот храм с непонятными, очень непонятными загадками. Ну просто же, почему не решается? Так, ладно, идем в контейнер. Посмотрим, что тут такое было. Вот. Угу. И как? Они должны быть вместе, но не могут быть вместе. Ой, тупик. Внезапно. Ух ты. И это все? Два треугольника. Помню, что один треугольник просто мимо него проводишь, и все в порядке. А что эти хотят? Понятно, надо, чтобы мимо них проходило две линии. Да, нет? Ну, проверять я это, конечно же, не буду. Так сойдет. Хорошо, это какая-то убер-загадка, которая раскидана по всему острову. Ага, это у нас кинотеатр. С одним ключом, кстати, где-то был второй ключ. Но я не помню где, ладно. Так, зря я, наверное, здесь пошел, надо было идти поверху, может что-нибудь еще увидел. Потому что остров большой и вызывает топографический кретинизм. Даже если его не было. Другой вопрос еще, что мельница то в одну сторону вращается, то в другую. Вот, куда я хотел сходить? Я хотел сходить в храм, ой, не храм, а замок, который был в начале. Да, сложные первые загадки становятся все приятнее и приятнее. Потому что они, оказывается, не были такими сложными. Хорошо. Где? Так, это мельница. Там город. Здесь каменоломня. Где этот замок? Кстати, а почему бы и нет? Ага, почему бы и да. Ладно, замок подождет. Сейчас попытаемся здесь что-нибудь сделать.
ветки какие-то. А я тебя разве не решил? Так, то есть ты указываешь там... Нет. Ладно. Когда-нибудь я это пойму. Обязательно. Сюда я вообще забегал. Странное какое-то дерево. Так, вот там загадка с солнцем. А, тут лифт. Тут лифт. Хорошо. Есть обычная лестница. Дружище, ты меня напугал. Лифт. Так, чтобы открыть там наверху эту штуковину, нужно пройти вот эту лесопилку или что это такое. Погрузочный цех какой-то. А, тут у нас в подвале... О, тут были звездочки. Звездочки есть наклонные фигуры, то есть... Особо ни того, ни другого я не знаю. Ну, предположим. То есть просто неправильно, даже не показывает, что именно неправильно. Так, ну если мы предположим... Что мы предположим? Что тут все очень-очень сложно. Вот что мы предположим. Так, как эти фигуры еще могут лежать? Так, понятно. Здесь все еще... Кстати, я же могу их издалека решать. Если я могу решать их издалека, значит, предположим, что она может лежать. Ну да, все правильно. Я ошибся, поэтому я прошу. Причем, как ни крути, я должен ошибиться. Так, чуть-чуть левее, чуть поближе.
Вот оно как. Нет, вот так вот. Поделили. Игра здесь еще наказывает. Так. Слишком много ошибок. Нужна только одна. Ошибки нет. Нужно заведомо неправильно решить головоломку. К такому жизнь меня не готовила. Так, что ж такое-то? Так, если мы обводим все вот так, оно и получается идеально правильно. То есть буква Г у нас есть. Я прям в замешательстве. Вообще все неправильно. Так. Хорошо. Если... Что если? Ну и все, на этом у нас все заканчивается. У нас этот треугольничек должен еще оставаться вместе с фигурой, которая с ошибкой будет. Вот оно. Вот оно как. Хорошо. Вот это, простите меня, как вообще решается? Так, то есть это те же фигуры, но они должны оставаться вместе. И максимум, что они образуют, это квадрат. При этом они должны оставаться внутри линии. Все неправильно.
Ну, так уже, по сути, делать нельзя, потому что у нас треугольник будет не с той фигурой. Это вообще какая-то дичь получилась. А как это вообще можно реализовать? Чтобы они были наискосок. То, что минимум, что можно сделать, это вот так три кубика отделить. А, ну если вот так вот. Все равно все три неправильно. Да, это начинает уже немножко задалбывать. Неизвестность. Так, ладно. Оставим это до лучших времен. И попытаемся в который раз вернуться в замок. Кстати, это должен быть он, этот замок. Кажется, в него где-то здесь есть вход, который, черт его дери, закрыт с другой стороны. Хорошо. Так, пойдем добивать замок. И сможем, конечно. Так, с фигурами, насколько я помню, здесь была последняя загадка. Да? Ну или последняя та, на которой я остановился, вот так скажем. Так, что нам тут предлагают? Типа почтерить можно? Ой-ой-ой-ой-ой. Если мы начинаем отсюда. Мы начинаем отсюда. Стоять. То как у нас все это дело выглядит? Нам надо подняться сюда наверх. И вот так это дело отделить. О. Там я пройти смогу. О,
Можно по деревяшкам, получается, пройти. И игра подумает, что все так и должно быть. Так, вот это черный вход. Не зеркальный, что ли? Видимо, да. Чего надо сделать? Надо сделать фигуры. Надо сделать фигуры. Что же они такие кривые-то? Не, ну это было изи. Это хорошо. Изи это мы любим. Здравствуйте. Так, ладно, пойдем смотреть, что же у нас тут. У нас тут ничего такого. Так, тут выход к этим садам. Тут подъем. Тут ничего. Пойдем наверх. Етить-колотить, какая красота. Туда я не очень хочу смотреть. А, здесь, наверное, будет решение с этих четырех загадок. Может, они зазеркалены как-то? Так, ладно, это потом. Это все потом. Ох, разорви мне мозг, блин. Кто же это все придумал? Вот это разделение точек больше всего отрывает голову. Неплохо. Так, поехали дальше. Значит, здесь у нас вот так вот. Это пятая деталь. Считаем, так, там одна, четыре. И, наверное,
наверное, как-то вот так. Ай. Ай-яй-яй. Где-то я ошибся. Так, как тут было? Бля, хорошо же было. Было-то все нормально. Так, теперь остается понять, почему это решение неправильное. Белые точки все отделены. Черные вообще вместе получаются. Может, я с этой линией ошибся? А, я понял. Она же не это не кривая, она должна быть вместе. Так. И вот это уже не так. Что-то здесь не так. Здесь, по сути, вообще тогда нельзя вести линию. Или надо как-то ее вот так вот вести. Это тоже как-то неправильно. Так, хорошо. Как же быть? Да, почему бы не сделать вот так? Потому что там белые точки. Угу. Разбежался.
так и не смогу вернуться. Хоть это и похоже на правду. Так, я сразу закрою себе выход. Так, я повторю свою прошлую ошибку. Можно ли ее как-то избежать? Так, из этого просто ничего хорошего не получится. Что-то я чуть-чуть в тупике. Самую малость. Так, ну вот это все решается просто, красиво, незамысловато. Ага, нет, не решается. Это что-то я туплю. У меня же там такой пробел выходит. Здесь как бы по этой линии хорошо бы вернуться. Ну, тут черные с белыми остаются, тоже нехорошо. И неправильно получается. Так, ладно, если мы вовсе не мы, так. Это вообще ни тепло, ни холодно. Ну да, все рушится изначально. Тут должна проходить линия по-любому. Как-то их отделять. Не, ну конечно, самый изи вариант это. Вот так и до свидания, и никуда не уйти. Так, а что, если мы не будем жадничать и эту точку заберем как-нибудь потом? Вот одну мы взяли.
И, к примеру, у нас уже ничего не выходит. Было бы очень неплохо, но не выходит. Хотя по сути у нас же вот эта фигура, которая кривая, она может быть как угодно. Это тоже как-то не айс получается. На, фигура-то может быть как угодно, но у нас белые квадраты тоже в фигуру входят. Поэтому эту гадость придется забирать сразу. Одну точку мы взяли. Вторую забираем. Забираем. Блин, потом это окажется настолько элементарно, что аж грусть печаль возьмет. У нас вот я вижу только два варианта отделять. Или белые вот так отделять. Или вот так их отделять. Самая большая проблема — это верхняя строгая фигура. И вот это место, где только так, и никак иначе. Здесь черные остаются с белыми. Дальше уже все довольно просто. То есть оп, и все было бы готово. Ну как отделить те два черные квадрата? То есть
Так. Наверху фигура строгая, к ней как не подходи. К ней как не подходи. То есть она вот... Предположим, она вот так у нас. По-моему, вот оно. Решение всех проблем. Вопрос, могут ли эти строгие и нестрогие фигуры как-то пересекаться? Все равно это не совсем правильно. Не совсем. Забрали точки. Что если мы попробуем белые вот так вот отделить? Тогда мы можем вернуться сверху. Так, у нас эти фигуры могут складываться. Но они должны быть внутри. То если вот так 4 получается, одна загогулина, вторая загогулина, все равно неправильно. А, точно, наверху же строгая фигура, очень строгая. Так, как я тут делал? Вот так она должна быть в обязательном порядке. Может, здесь неправильно? Так, значит, считаем здесь 3, этих 4. Я делал не так. Наверное, где-то клетка ошибся. Так, хорошо. Мозгодробилочка.